Ребята, всем большой привет! Как и обещала, выкладываю видеоролик о наших цыплятах и бройлерах, которым уже сегодня неделя. Значит, до сих пор они у нас пока живут дома, на полке, но здесь им уже явно тесновато. Вылупилось у нас в районе, по-моему, 60 штук всего, и бройлеров, и наших мини-мясных. Когда я закладывала яйца и наши, и бролерячие, я надеялась, что когда они вылупятся, я смогу различить цыплят и, в общем-то, часть продать, потому что были за них заказы. Вот. Но случилось так, что они все оказались белые или такие бежевые, и, в общем, теперь я не сильно могу их различить. Однако у наших цыплят крылышки должны быть такого рыжеватого цвета. Сейчас я попробую тут кого-нибудь из них вычислить, но, в общем, это достаточно проблематично. Вот. Вон товарищ, видите, он такой бежевый с рыжеватыми крылышками. Это вот мини-мясной. А чисто белые это бройлеры. А первое время я вообще, первые дни 4-5 вообще не могла понять, кто из них кто. Сейчас уже стало более-менее понятно. Вот, значит, ребята у нас наши кушают комбикорм. Никаких яичек, лучка, творожка, ничего я им не даю. Чтобы цыплята росли хорошо, запомните, только комбикорм и чистая вода. Плюс ко всему у нас там вот стоит в углу поилка. Надо сейчас, кстати, водички им подлить. Она еще не закончилась, но уже почти. Автопоилка. За день они выпивают. Здесь банка двухлитровая. Порядка, наверное, трех таких банок. Три раза мы воду им наливаем. То есть 6 литров воды вся эта арава за день выпивает. Никакого дополнительного подогрева у меня здесь особо нет. У нас в доме тепло. За исключением лампочки на 100 ватт. Самый обычный. Никакая не экономка. Экономки не греют. Я вешаю маленьким цыплятам. В доме красную лампу мы не вешаем, потому что им будет очень жарко. И когда они у нас живут на полке, я вешаю обычную 100 ватт лампочку. Вот. Теперь что мы с вами сделаем? Ради эксперимента давайте мы с вами их завесим, сколько весит бройлер и сколько весит наш, и будем, так сказать, тенденцию эту потихонечку отслеживать. Раз в неделю мы будем снимать и будем показывать. Но на самом деле это такие антидепрессанты, когда папа наш чистит им полку, я так вот прям их... Вот, кусаются какие. Я их прям так вот руками прям пожмакать их хочется. Они такие мягкие-мягкие, как котята. Вот. А этот деловой петух, наверное. О, налетели, смотрите. На палец. Лишь бы что сожрать. Ну, куры и есть куры. Ну, ладно, пошли на весы. Для того, чтобы их завесить, нам потребуется помощник, потому что ребята эти очень шустрые. Обосрался, значит, сдался. Ребята шустрые, для того, чтобы они не навернулись со стола, в общем, нам потребуется помощник. Я тут все застелила, чтобы ничего не испачкать. Давайте мы их завесим ради чистоты эксперимента. Я взяла двух бройлеров, раз, два, и двух мини-мясных. Естественно, бройлеры будут больше и быстрее будут расти, но так, для сравнения, раз уж у меня две пары цыплят, в смысле, две породы, ну, две разновидности цыплят, все равно мы их будем завешивать. Ага, так. Придется, наверное, в какую-то коробку их посадить. Так, ладно, придется взять ведро. Ведро отменяется, нам удалось их остановить. Значит, два цыпленка бройлерных весят 188 грамм. Давай теперь тех ребят будем взвешивать. Так, этих сняли. А эти? На двоих. Ну ты куда лезешь теперь? Теперь этому сюда надо. На двоих. 148. На 40 грамм меньше, чем те двое. Значит, это примерно получается... Сколько это получается? Ну-ка, математик. 148 на 2. Поделить, да. А 74? 74, а те 188. Нет. 94. 94, видите? Вот. Естественно, бройлера крупнее, чем наши мелочи. На самом деле, мы, когда их завешиваем раз в неделю, мы берем сразу 3-5 штук и просто как бы средний вес себе записываем. То есть 5 цыплят весит столько-то. Потому что, конечно, они все плюс-минус имеют там в своем развитии. Кто-то крупнее, кто-то мельче. Кстати, я хочу сказать, что петухи бройлерные растут намного быстрее, чем курочки. Вот, поэтому мы, когда завешиваем, мы высчитываем просто средний вес. Они у нас, мы берем, в общем, там 4-5 цыплят, взвешиваем их авоськой, ну, каждый раз 4 или 5, там, как получится, там, по 5 штук, например, да, мы их взвешиваем, на 5 делим, мы получаем средний вес одного цыпленка. Вот, значит, теперь мои ребята поедут обратно на полку, на полке им уже, если честно, тесновато, я надеюсь, что дня через 3-4 они переедут к нам уже в курятник, потому что, честно признаться, даже при том условии, что у них насыпаны там опилки, и два раза в день мы там все вычищаем, они вонючкинцы еще те. Вот, так что вопрос из зала. Из зала.
То есть можно взять двух бройлеров, и в теории то, что тяжелее, будет петухом. Не всегда. Но бройлера растут быстрее. То есть в суп или на жарку всегда уходят первые петухи, потому что вырастают они процентов на 20 быстрее, чем вырастают курочки. Поэтому первыми в забой бьются петухи, а курочки еще дорастают. Оп, не поймал. Поймал. О, молодец. Курочки еще недельки две дорастают. И последними идут в суп куры. Вот. Эти, друзья, точно на суп, на жарку. А эти, кто будут курочки, те 2 года поживут. Петухи тоже пойдут на суп. Ну, или на продажу. В общем, как получится. Вот но такие у нас... В любом случае на суп. Ну, в любом случае на суп. Судьба у них такая. В общем, вот такие, ребят, у нас новости по цыплятам. Пока растут. Никто у нас... Фу-фу-фу-фу-фу. Ни один цыпленок у нас за прошедшую неделю не погиб. Никто ни на ноги не упал. Ничего. Все прекрасно. Все живут, едят, пьют и очень много какают. Вот. Так что вот такие у нас дела. Надеюсь, вам было интересно. Смотрите наш канал. Подписывайтесь. Как всегда, все ссылочки оставлю внизу в описании. Здесь можно... подписаться на наш канал, а вот здесь посмотреть что-нибудь интересное. Так что, ребята, все на этом. Всем пока!